Всем привет, дорогие друзья! На дворе 1 июня. Вот обзорчик. Вот это поздно просыпается. Обзорчик прививки груши в крону дерева после обрезки мощнейшей. Я показывал, как я заплетаю вот так, чтобы пень перекрыть. Груша сорт Татьяна. Вот череночки. Я пленку полностью не снимаю, я ее перематываю, чтобы немножко герметичность оставалась. Такие уже побеги на момент 1 июня. Весенняя прививка делалась. Вот приросты уже по 25, по 25 в среднем сантиметров. Вот прижилась. Так, вот прижился в расщеп. Один не прижился, почернел. Сюда можно привить будет. В этот побег, вот в этот. Я специально вот так ощипываю от боковых веточек. Вот этот, скорее всего, уже не проснется, он начал уже засыхать. Но большинство прижилось, процентов 80. Прижилось. Вон сразу здесь пошли. Это улучшенная капулировочка. Покажу поближе. Вот оно тут все заживает под пакетом. Вот сразу сколько скелетных веток. Раз, два, три, четыре, пять. Вот шесть почек было на длинном черенке, и все шесть сразу пошли. Вот это северная сторона дерева, это южная. Это потом тоже уберется, но поэтапно, чтобы корни не... чтобы слишком много корней не потерять. В общем, придется повозиться с этим деревом.